обращение в суд не панацея. Если мы видим гражданско-правовые отношения, мы обращаемся в суд. Если мы видим составы преступлений, мы обращаемся в прокуратуру, налоговую милицию и так далее. То есть мы не можем согласиться с мыслью, вот власть нас приучила к тому, что у нас власти нет, они не собираются вникать. А обязанность власти, в том числе по направлению борьбы с преступностью, у них есть у областной государственной администрации, есть такие полномочия. Поэтому, когда я писал заявление, готовил, то там изложены в том числе и полномочия областной государственной администрации в рамках борьбы с преступностью. Они есть. Изучайте, давайте оценку, давайте обращайтесь в прокуратуру и пусть возбуждают уголовные дела. Это уголовщина, да. Спасибо.